На слушание пришли сотни димитровградцев. И в том, что подобное мероприятие необходимо, никто не сомневался. Публичные слушания, они открыты, приглашаются любой желающий. Каждый, кто не согласен, может публично высказаться на этих слушаниях, доказать свою точку зрения. Кстати, Егор считает, что строительство реакторов нового поколения необходимо. И не только потому, что они будут возведены взамен тех, чей срок эксплуатации через несколько лет заканчивается. Строительство двух реакторов может привлечь огромные трудовые ресурсы, то есть будет задействовано огромное количество народа. Также большое, я считаю, что будет привлечено большое вложение капитала. О том, что со строительством реакторов нового поколения произойдут значительные перемены не только в институте, но и в городе в целом, говорил и директор НИАРа Владимир Троянов. И это значит, для города у нас открывается возможность быть востребованным, быть нужным, решать важные задачи. Новые объекты в институте – это новое развитие города. Свою точку зрения высказал и гость из Санкт-Петербурга. Ключевым условием экономического роста и повышения уровня жизни населения является стабильное гарантированное обеспечение страны энергетическими ресурсами. В целом, собравшиеся на слушаниях пришли к выводу, что строительство новых исследовательских реакторов даст новый толчок к развитию Димитровграда, привлечению солидных инвестиций и открытию новых рабочих мест. Причем важным фактором является то, что реакторы нового поколения гарантируют высокую степень безопасности. Виктория Меметова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.